Как дела? Да нормально, вот решили поехать. Куда ты едешь? На озеро. Какое озеро? Как оно называется? Маджоре. Это значит большое, или большее озеро, огромное такое, в общем, озеро. Везу с собой пионерлагерь, пионеротряд. Спасибо. И собака, барабака. Как говорится, я вас везу, вы меня везете. Да, потому друг. Что одну ехать как-то стрёмно, знаешь. Вот. Куда-то. Сейчас посмотрю, разведаем, что за место. Может быть, когда-нибудь психану и одна поеду. А что одна? Расслабиться. Не, ну если вы не сможете, когда там, если кто не может, потому что что я одна не могу? Никто никогда не Через может. Через 500 метров. О, мои ребята пошли воду трогать, как там водичка. Привет, друзья. Мы приехали в город Арона, вот в той стороне город Арона. Это городской пляж, а это озеро Маджоре. Вот решили отдохнуть, решила девочка зайти, это Люда с Киева и тоже ее подруга тоже с Киева. Ой, Ада уже довольная, купается. Ой, нашла палочку. О, какая у нас сегодня хорошая погода. Такие просторы далекие, видны красивые. А. Так, ну все. Ну как вода? Привет, друзья, вот и я, курортница. Слушайте, у нас сегодня ночью что творилось? У нас такой был ураганный, как говорится, ветер, гром, молнии были. Утром мы сегодня с Ариной офигели. Вот этот тент, что мы установили над столом, видать, там посередине вода собралась, все это прогнулось, все поломалось, короче, все этот тент дребезги. В общем, сегодня, так я сегодня сюда приехала, я не могу этим заниматься, Арину на работе. В общем, вместе, когда вернемся с работы, будем делать этот тент, в общем, все ставить на место. Вот, завтра у нас что предстоит? Наконец-то завтра к нам приедут менять окна и двери. Так что у нас завтра тоже будет такой трудоемкий день. Ну, а сегодня отдыхаем пока что. Так, ну как же отдых без приключений? Короче, тут такой пляж похабный оказался. Вроде как городской. Вот. Но, блин, берег вообще не очищает. Тут и арбузы, и тина. Ну, хорошо, хоть туалет тут есть. Это считается бесплатный пляж. Туалет есть, конечно, бумажки нет. Так, ладненько, я вот решила посмотреть, какой здесь заход в воду. Здесь такая тина. Офигеть. Да, плах. Жалко, конечно. Песочек. Сейчас пошла проверить, где там туалет, проверить переодевалки, в общем, ну, решил посмотреть, какой здесь заход. Ну вот, казалось бы, городской пляж, но почему не очищают пляж? Вот это я не понимаю. Вроде как цивилизация Италия, вот какой минус. Но плохо, что здесь нет платного пляжа, именно. Здесь есть один платный пляж, но он закрыт временно. Вот такие вот проблемы тут, блин. А белый лебедь на пруду качает, та-да-та-да-та. Представляете, вот люди купаются, и вот лебедь подплывает. Тут еще много диких чаек и диких уток, то есть. Красота. Так, ну все, я уже воду попробовала, конечно, первая зашла. Можно заходить, видно дно хорошо, где проходить можно, ничего, нормально. И что нравится, что у нас здесь есть травка. И деревья. А там Люда. Разлеглась, как тюлениха. Загорает. И самое главное, тут такие виды у нас. Так, подожди, я хочу немножко окунуться. Ада хочет с палочкой поиграть. Так, ну заход тут еще немножко камешки, но потом уже идет песочек. Самое главное, что
видно дно, куда можно наступать, а куда нельзя наступать. Да. Девчонки сказали, что тут арбузы плавают, арбузов пока я не встречала. Вода, конечно, немножко прохладненькая, потому что озеро все-таки, вот там Альпийские горы, и озеро глубокое, большое, оно, видать, вода не сильно успевает прогреваться. Наверное, дальше вообще холодная вода. Я не трус, но я боюсь. Нет, я не боюсь. Я уже окуналась до этого. Да, сейчас я окунусь еще немножко на солнышке, позагораю, поваляюсь, как говорится, и уже в тень. Представляете, июль месяц, я первый раз выбралась позагорать, покупаться куда-то. Офигеть, я даже в бассейн никуда не ходила. Весь июнь месяц, такое ощущение, как будто и не было лета. Июнь месяц прошел, как-то проморгала, знаете, как попрыгунья стрекоза, блин. Так, баба сеяла горох и сказала деду... Офигеть! Все-таки прохладненькая вода. Ну все, все равно хорошо, охлаждает. Ну, товарищ, смотрите, как подходит, даже не боится. И тот тоже встал, подходит. Нет, у меня ничего нет покушать для вас. Ласточки черные, прикольные. Так, у нас на нашем пляжу появился спасатель, наконец-то, который убирает все эти водоросли. Он нам пивные бутылки открыл, как говорится. Кому-то пинцет тоже, а кому-то водоросли убирает. Молодец, вот, работает парень. Конечно, долго он спит утром. Пришел он где-то 10:30, когда мы уже давно начали купаться. Так, у нас уже после обеда, мы до сих пор еще здесь тусуемся. Водичка уже потеплела, отлично. Тусуемся и любуемся вот этими видами. Хорошо плывет, а? Но плохо, что без нас. Катер.